Какая красивая сегодня сделана у нас на площади скульптура. Всем привет, вы на канале «Отдых с нами. Дальние страны». Сегодня мы покажем вам подготовку города к Новому году. Что у нас сделали на площади, какую красоту. Сейчас пойдем посмотрим с вами шарик. Боже, вот красиво все. Смотрите, горка там тоже, вот такие часы. Новогодние ворота сделали тут. Еще, может, не все сделано, но начало уже положено. Шарик, как в том году. Горки тут сделаны. Елка, ну елка будет 31-го только у нас гореть. Зажгет ее губернатор и Дед Мороз. Потом покажу вам, как она загорится, как бы осветят огнями, там все будет блистать красиво. Вот, вот детские горки тут тоже, вот все сделано, доделывают лабиринты. Детвора уже у нас катается вовсю на горках. Тут с этой стороны, давайте пройдемте, может, посмотрим поближе. С этой стороны лучше пойдем, там покажем поближе. Вот тоже ворота, как бы, тоже горит, начинает даже огнями блестеть. Вечер, дама с молодым человеком тут приглашает в гости. Ну, вот такие тоже какие-то сделаны для фотосессии всякие скелеты, как бы тоже вот можно возле них фотографироваться, видео снимать. Ну, 23-й год, тоже будет все огнями блестеть, блескать. Здесь тоже очень красиво, все вечернее время особенно. Тоже все. Ну, елка у нас, как у нас последние два года, уже елочка такая, тоже сфера там внутри, купол красиво тут огнями горит. Вечернее время, а потом покажу вам. Ну, 31-го зажгется. В принципе, тоже вот детвора уже у нас вовсю бегает, веселится, дурит им. Ни почем эти холода. Сегодня не сильно холодно, 10 градусов. В принципе, вот уже тоже начинает гореть она. Давайте пройдемте, посмотрим ее. Купол-то очень сногсшибательный. Последние два года там он сделали очень красиво тоже. Вот тоже каток. Каток тоже тут берут. Катаются на прокат свои, приносит тоже красивый каток. У нас тоже тут колокольчик гуляет. Тут можно так-то перекусить тоже, хот-доги всякие, хлопушки всякие, чай, кофе. В принципе, все, что душе угодно. Вот такая красивая елочка. В вечернее время вообще хубо горит, очень все красиво будет. Ну, пойдемте дальше смотреть, показывать подготовку нашего города к Новому году 2023. Ну, тоже потом в вечернее время вам покажу, как будет гореть огнями, сверкать, блестеть. Очень красиво. Особенно купол очень красиво, сногсшибательно будет, да? Придумали очень оригинально. Каждый, ну, второй год уже, третий год тоже все, но ну, меняется, конечно, но ну, в лучшую сторону, все красиво. Вот, правительство Курганской области, областная городская дума тут, тоже вот, шарики тоже гореть все будет у нас. Вон, обзорчик на елочку уже начинает светиться в вечернее время, вот, подсвечивается красиво с этой стороны, вот, смотрите, уже красиво так, да? Потом покажем, что будет очень красиво. Пока только дневное время, потом вечернее. Еще красивее, но елку так пока загорит она, наверное, только похоже. Ну вот, красиво тоже. Пойдемте дальше, посмотрим, что в городском саду у нас находятся какие-нибудь новые игрушечки сделаны. Безделушки там красивые. Ну вот у нас зимний городской парк, весь снегу тоже, вот тут аллея центральная, вот тут фонтан тоже в
в виде такой красивый, то переливается. Тоже к Новый год там будет переливаться. Ну тут вот центральный шар от Сбербанка. Вот тоже тут скульптуры некоторые, центральный храм и Александра Невского. Ну тут тоже не знаю, он там в том месте ставили елочку, что-то не знаю, будет, не будет в этом году ставить. Ну, вроде как обещали. Очень красиво тоже в вечернее время будет переливаться. Может быть, сделают попозже эту красоту, потом увидим. Все равно. Ну тут это тоже все переливается, горит огнями, тоже красиво, тоже в вечернее время. Ну, сейчас пойдем посмотрим, возле филармонии мишек поставили, белых у нас, тоже очень красиво, были каждый год, но в этом году тоже должны сделать эту красоту, привезти. Вот и всеми любимые наши белые медведи. В том году губернатор привез тюменское с Тюмени. И вот они у нас каждый год тут как бы квартируются. Очень красивые тоже, светятся красиво в вечернее время. Все очень изящно. Ну вот тут тоже у нас храм тут. Достраивают звонницу, колоколь. Ну как бы звонница будет тоже красивая. Пожалуйста, красиво посмотрите. Напротив филармонии тоже все горит огнями, будет светиться. Все очень красиво тоже это. Блестеть будет тоже. И название вот это тоже. Тишка и Яшка, Тишка. И кто там еще. Тоже вот большие названия медведей. Называется тоже вот их. Обзывают их. Очень красиво так это. А, Софья Михайловна, кнопка, тоже вот видите. Название даже придумали, в том году вроде не было, а в этом году вот их даже обозвали как-то, ну, придумали их название. Ну, тоже вот тоже в вечернее время красиво подсвечивается, там огнями играет, красиво. Не знаю, елку будет, не будет ставить, но вроде как обещали тоже возле филармонии. Маленькие елочки он есть, тоже вот эти елочки тоже огнями горят красиво. Вот площадь возле филармонии, тут Зауральский торговый дом, тут набережная реки Курган, Тобол, набережная реки Тобол, тоже красиво там сделано, набережная я показывал как бы. Ну вот тут вот у нас Успенский собор в Украине тоже делается, и звонится, вот наверное тоже будет колокол вот ставить, тоже будет наверное красиво, то будет наверное что-то строить тоже отлично. Пойдемте дальше смотреть, что еще новое или придумают у нас в этом году. Тут елка возле ДКМ, тут что-то не нарядили только ее. Но она, мне кажется, в прошлые года больше была, выше. Что-то ее маленько не нарядили в этом году, может еще пока время, но осталось-то уже как бы меньше недели до Нового года. Сколько 5 дней осталось, я чуть не наряжаю, тут елки продают. Ну вот она возле ДКМ у нас елочка. Детский городок. Все нарядят, тоже красиво будет огнями гореть и сверкать. Ну вот у нас после дневного как бы мы бы прошли возле елочки. Сейчас вот загорается. Все огнями, из тыквы превращается уже в такое, как бы сказать, по сказке Золушки, красивые все уже. И елочка наряжается, как свой вид новогодний, и все вот эти места, фигурки, блестящие шары, светящие огни, фейерверки, все очень красиво, радуется глаз, уже приближение Нового года чувствуется. Ну, от канала «Отдых с нами. Дальние страны» всех поздравляю с наступающим новым 2023 годом. Желаю всем, чтобы в Новом году было много счастья, удачи, здоровья особенно. Ну, всего-всего, чтобы всем достатка было, мир над головой, самое главное. Ну,
На этом прощаюсь. До свидания, до новых встреч, друзья. Пока-пока.